движачок. Сексуальность. Не надо стебаться. Ла-ла, малубу, та-ла-ла-ла-ла-ла. Это, короче, канал Дымоход. Это те, кто у меня не взяли интервью. Потому что меня не было. Все лайки, подписки. Я сразу вас всех предупреждаю, что все, кто не подписан, я даже не буду говорить, что будет. Я просто сейчас могу встать. Хорошая тишина. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Всем привет! В Москве сам Кристиан Лабутен. И сегодня мы узнаем, сколько стоит его шмот и шмот самых стильных и модных людей светских тусовок. А также обязательно досмотри это видео, потому что в конце ролика тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Даш, если тебе не понравятся какие-то вопросы, убегай. Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, сука, в комментариях, как попасть на светское мероприятие? Туда стримлеров берут? Нет. Как туда попасть? Объясните кто-нибудь мне. Что? Как туда попадают? Что для этого нужно сделать? Что? А я хочу... Привет! Ну, я на каблуках, я далеко не убегу. Привет! Слушай, ты влюбила в себя пол населения страны нашей. В том числе и меня после того, как ты появилась на экранах. Спасибо. У меня два вопроса. Это кто? Воров не берут. Я сейчас встану и уйду. Стримил лохи, согласен. Спасибо. Я сегодня стример, пришла в лабутенах. В черненьких. Что, блядь, это вот это вот... Эти вот ваши лабутены вот. Конкретно. Привет, Сири. Что такое лабутены? Вот что мне удалось найти в интернете по запросу, что такое лабутены. Взгляните. Я понимаю, что это туфли. Какие-то определенные, неопределенные. Нихера непонятно. Пришла в платье. 46 тысяч туфли. Которое no name, оно сшито в ателье. Около 50 тысяч, может чуть меньше. Вот. И маленькая сумочка. Это Шанель. Да. И я вижу у тебя пару... Сука, брови зашевелились. Браслетов тоже есть. Да, но я не знаю, сколько они стоят. Ты уже вышла замуж или еще нет? Еще нет. Много вообще после того, как ты участвовал в холостяке, пытались как-то добиться до твоего сердца? Вы мне можете объяснить? Вот смотрите, вот как вот вообще это происходит? Вот зрители, вот все мои. Вот неважно, сколько у тебя бабок. Ты такой идешь и такой, а дай-ка я себе сумочку куплю за 300 тысяч. Это так происходит? Я... Сердце, парни. Мне кажется, что это миф. Ну, сука, ну 300 тысяч. Ой, за ней ухаживает кто очень это вообще? Большое количество ребят. На самом деле, многие просто стесняются подойти. И с этим сталкиваются многие мои подруги, что парни просто стесняются. Не стесняйтесь, ребята. Еще в апреле курс биткоина был 5000 долларов. Пойду биткоины покупать. Ребят. Привет, меня зовут Ольга Якубович, 35 лет. Конкретно это платье, по-моему, стоит 45 тысяч. Это клатч Central Library. Я думаю, что он стоит тоже в районе 40 тысяч. И туфли, конечно же, Christian Louboutin. Ну, наверное, 1060. Вот это фата? Я думаю, что 1020. У тебя сегодня лук монашки. Это сетка простая, прилепленная к башке, стоит 20 тысяч. Вы понимаете, что себестоимость сетки 0 рублей, 0, там в периоде 1 копейка. Это гениально. Надо запатентовать, короче, фату из сети обычной. А чё? Не, подожди, а чё? Такая, она как будто русалка.
Надо запатентовать идею. Ты сама какой посыл закладывала в этот лук? Сексуальность. Для жизни в Москве красивой, комфортной и ни в чем себе не отказывающей. Сколько тебе нужно в месяц в денежном эквиваленте? Это популярная программа, да? Это очень популярная программа, которую не смотрит налоговая. Я думаю, что для комфортной жизни в Москве мне, как бизнес-вумен, нужно 500 000. Здравствуйте, вы видели Вок? Вот он. Слушай, я офигел просто, ты такая высокая, я посмотрел. Там чё, я не пойму, блядь, вечер этих юмористов, что ли? Или где? Сравни с тобой просто карлик. Расскажи, чини. Что сегодня на тебе? Ботинки Кристиан Лабутен, 80 000 рублей. Штаны Топшоп, 3 000 рублей. И блуза от Романа Уварова, участника проекта «Подиум», сейчас который я вела, поэтому бесплатно. Чем тебе за украшение у тебя такое интересное есть? Я до сих пор не получил никаких приглашений от Адидасов, Найков, там, Рибоков, вот этих вот, Габан всяких. Я готов работать за еду, а точнее за одежду. Я готов. Где мои, сука, лабутены? Где мои, блядь, изи-бутсы разные там, различной цены, дорогой? А? Ёб твою мать. Кольцо Булгари. Мне подарила его компания Булгари в Риме. Сама. А сережки, мне кажется... Оттуда, прикинь, член вываливается с яйцами с огромными. И просто весь твич, вообще весь, просто нахер отлетает в помойку. Баленсиага, но могу ошибаться, просто весь твич сразу в помойку. Просто весь. В основном я сейчас занимаюсь, как обычно, съемками. Сашенька, блядь, ты ли это, ёб твою мать? Чем ты сейчас занимаешься? Сашенька. В основном я сейчас занимаюсь, как обычно, съемками. У тебя есть молодой человек? Да, конечно, нет. Пончик. Пончик? Пончик. Гоша, привет. Привет. Мы с тобой можем общаться наравне, как блогер с блогером. Не надо стебаться. Сколько тебе лет, во-первых? 32 года. Товля Александр Маквин. Блять, меня просто забанят, если я сейчас кое-что скажу. Вы посмотрите на вот этого красавца в 31, в скобочках 19. И посмотрите на тоже этого красавца. Носки H&M. Ну сколько там стоят носки? 300. 300. Отсоси у тракториста! Не удержался, извините, старая шутка. 25 не смог удержаться. Фунтов. Ну то есть это сколько-то дешево, короче. Футболка H&M 999 рублей. Смокинг принадлежал Ивану Урганту. И я его купил на сайте Айзель на благотворительной распродаже, когда звезды распродают свои, типа, вещи и отдают деньги благотворительности. Слушай, сколько ты за него отдал? 6 000 рублей. Пиджак с плеча Вани Урганта. Французской марки, бренда Lanvin, да, прикинь. Сумка Prada 108 тысяч. Ясно, вор. Пальто Dries Van Noten 20 тысяч. Шарф Раф Симмонс. Это сидит на нем, жопой проглаживает. Часы Swatch, а это Tiffany, 30 000 рублей. Свою популярность в России как стилиста по шкале Рогова на сколько ты оценишь? А там в шкале, шкале Рогова сколько это? По шкале Рогова сколько лесовцов? Ха-ха, это смешно. Манижа, привет. Привет. Сколько тебе лет? Мне 27 лет. На мне полностью лук, сшитый моей мамой. Смотри, какой комбез. А сумка Pull&Bear 600 рублей, по-моему. А на ногах что? Блять, вы помните, дождевики такие, плащи, короче, были? Помнишь? В них, короче, гоняли. В них эти торгаши стоят, вот здесь, короче, такие карманы. Помнишь? Какой комбез? А сумка Pull&Bear 600 рублей, по-моему. А на ногах что у тебя? На ногах я их купила в Лондоне за 2000 рублей, по-моему. Я просто советую каждому задуматься, как он хочет выглядеть на самом деле. Кроме музыки, ты сейчас занимаешься чем-то еще? Конечно, я веду несколько социальных проектов. Один это про домашнее насилие. Мы выпустили клип большой и приложение, которое может помочь в страшных ситуациях. И второй проект
это травма красоты. Про то, чтобы, ну, чтобы быть естественной, такой, какая ты есть на самом деле. Бодипозитив. Ты естественная, нет? А ты знаешь, правильная трактовка бодипозитива. Не то, чтобы разожраться до невероятных размеров и хвастаться. Неважно, это про уважение к самому себе. Если ты себя уважаешь и ешь, окей. Если ты себя уважаешь и не ешь, тоже окей. Где эта грань? А если, если огромный человек вот такого размера себя уважает? Просто лезть в жизнь человека. Давайте все будут соблюдать границы и уважать собственное тело и не критиковать другое тело. И не учить, что надо делать, как одеться и так далее. А что сейчас такое было? Нужно быть собой, это очень важно. А ты давала когда-нибудь свое творчество на критику? Людям. А я неизбежно это делаю, когда я выкладываю. Да даже сейчас кто-нибудь на YouTube прокомментирует вот это интервью, я уверена, что-нибудь скажет. А критика будет всегда. Я придумала... Ну неужели слово... она тебе не помогала никогда? Блядь, Сашенька! Вот это вляпану, Сашенька! Ты ли это? Вот это вот типичный водитель Lada X-Ray. Вот это вот. Вот помогало никогда. Вот он. Вот с подворотами, блядь. Let me introduce you, Christian Louboutin. Hello. Sorry for my English. It's very bad English. Your English is much better than my Russian, so it's okay. Russian. Спасибо. Christian, how old are you? 55 now. You are so awesome. Thank you. Спасибо. Yeah. Our show about outfit. Yeah. How much is your outfit? My outfit is very important to me. It's a Berluti suit and I love 54, it. Кстати. And it's been a present. So there is no price to a present, which is very nice. Unpriceable. Мужик, кстати, красиво ответил. Exactly. How much Очень is красиво your ответил. Necklace? From AliExpress. But you look like a million-dollar baby. It's my small secret. Ah, bravo. Do you like Russia? I do like Russia. I do like Moscow specifically. It's a beautiful city, beautiful, beautiful city. What do you think about Russian girls? What do you think about Russian girls? I love Russian girls. Me too. You are a very popular person in Russia. Because of a song. Know, song. Do you know? La la malubutan, la 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 la. Yes, I know the video. Yes. Yeah. У нас примерно так все клипы поются. Там Оленьки Бузовой, там всех остальных. Ой. Я очень люблю Ольгу Бузову. What do you think when you look at it the first time? You know, I think that when you are consider when your name and when your brand is really becoming popular. Не, а чё, чувак красавчик сделал для светских сучек просто ботинки, в которых просто все везде гоняют. Ля какой. И просто, я не знаю, он где-нибудь живёт, мне кажется, в каких-нибудь в Карибах с карибянками, я не знаю там с кем. Просто на своём острове. И говорит, да-да-да, у меня прекрасные туфли, прекрасные туфли, прекрасные. А там только на счёт. Вот так вот. Вот так деньги вот так вот летят. Through songs, through popular culture, it's really a big compliment. So you may like it or not like it, but the fact that my name has become a very popular name is really a big compliment. В Москве снег, что ли, идет? А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Ай, ну давай. Так, все, я лайк поставил по старинке и ушел. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.